жара 21 градус. Отлично. Если матки нету, пчелы шипят, выделяют феромоны, зад у них поднимается, и это у меня отводок на свищевую матку. Он может, сейчас мы поглядим, мы без дымаря, выдержат они чи не, будут кусать чи не. Это рамочка с медом, с напрыском, с пыльцой. Не было матки. Сейчас мы посмотрим, маточник посмотрим, вышла матка чи нет тут. Я не знаю, потому что я свищевую ставил. Сейчас я погляжу. Тут ничего нет. Тут пыльца рамочка с пыльцой и с медом. Это маленький отводочек. Маленький, типа нуклеуса получается. Вот. Это вот трутни. Вот они, трутни лазят. Вот. Сейчас мы его возьмем. Вот он, видишь. Вот они, трутни. Лосах чуть не запуталась. Подожди, где трутни? Вот он, вот они полетают. Они жудят особенно сильно. Вот они взлетают. Вот трутень. Вот он, видишь, как жудит. Вот пчела укусила, жало работает. Выдавливает яд в это самое, в мизинец, в палец. Вот. Подожди, стой. Как долго постоит, так она весь яд перекачает. Вот свищевой маточник стоит. Вот он. Он не важный, конечно, но стоит. Вот есть такие вот свищевые маточники, они под наклоном. Вот оно, идите. Вот, это мисочка пустая, тут ничего нету. А это маточник. Это расплод обогревают. Вот. Не знаю, вот тут разгрызли какой-то маточник. Тут разгрызено, но разгрызено. Маточник был, похоже. Сейчас глянем, может, матка вышла. Если вышла матка, то... Ну, они что-то зады поднимают. Что это означает? Ну нету матки. Вот еще греют маточник. Тот не грели, а вот греют. Вот она, вот. О, так она тут вышла. Вышла, тут пустой маточник, видишь? По-видимому, она вышла. Где матка? Сейчас поглядим. Может, она тут есть. Ну, что-то они зады поднимают, матки не вижу. Вот. Легко проверить. Это с медом. Матка не вышла здесь. Какая-то воровка прилетела. Нету. Короче, сваливаем дальше. Здесь нема ничего. Злющие какие-то. Ну, сейчас гляну, что здесь у нас творится. Тут тоже медок, тут какие-то маточники разгрызенные по каким-то причинам. Это вот разгрызенный маточник, вот он один разгрызенный, вот разгрызенный. Это тут тоже грызть начали, но непонятно, не догрызли. Может, матка вышла. Так, это подвинем сюда. Ну, что-то они непонятно как-то себя ведут. А здесь вот расплодик обогревают. Обогревают расплодик, матки не видать. Может и есть, а может и нету. Вот она ползает, вот она. Под стамеской сюда. Вот она пошла вниз. Под стамесочкой. Это не меченая, молодая, вышла. Дня 2 и 3. Дня 2-3. Вот она, видишь? Вот она. Видно, да? Пчела вышла с расплода. Видишь, как она
мельтешит ее. Много-много молодой пчелы. Видишь, как красиво можно заснять. Эта молодая пчела выходит, это будет прекрасно. Вот. Это молодая пчела? Да, молодая пчелка, вот она. Вот две молоденькие, вот она молоденькая. Только вылезла вот. Вот, вот молоденькая пчелка. Ну это очень много молоденькая. Вот трутень, вот он трутень. Трутень вот он. Полетел. Вот трутень. Сейчас вытащу, это, посмотрю, как они, если не злые, потому что холодно было. Если холодно, они иногда бывают сидят спокойно, как потеплело, тогда они выскакивают. Да я смещу сюда. Снимай все действия, и ты увидишь, какой из них лучше, потом выберешь. Иногда бывает то, что ты не знаешь, оно лучше получается, понимаешь? Это была, знаешь, одна рамочка пчел. Вот за 2 месяца они, видишь, как увеличились. Просто увеличились. Вот маточник снизу какой-то торчит непонятный. То ли него разгрызли, то ли что. Вот это расплод выходит. Вот снизу маточник торчит непонятный. Да, они его, наверное, выкинули. Нема ничего. Сейчас я маточку покажу тебе. Это расплод. Хорошо пошла. Семейка пошла развиваться. Семенов говорит, одну продал за 300 с лишним. Еще две хотят за 300 с лишним. Какую мне? Что одну продал? Семью. 10 рамок, 300 с лишним долларов. Это много? Конечно. Только даже нельзя продавать. Он гнал сыну? Можно, сейчас цена такая. Да? Мы за 400 продавали с Даником. А. Как хочешь выставляешь. И люди кидаются, им только давай. В общем, здесь я ее не вижу, маточки. Сейчас я это найду маточку, я тебе на солнце ее вытяну. Можно 5 рамок, вот это расплод. 5 рамок с расплодом $150. Видишь, вот таких вот выставляешь? Угу. Вот. Метелы, а вот она бегает, пойдем на солнышко. Вот она бегает. Есть получше матки, это еще так средненькая. А есть такие жирняки, что это я знаю, что она не сильно кусючая. То есть, если придавишь, что она кусючая. Вот она заглядывает каждую ячейку. Матка может кусать сколько хочешь, да? Матка не может кусать. А. Если она укусит, она умрет. Она как и пчела. А. Из всей практики я только один сказал, что она его укусила. Обычно никто не жаловался. Это, может, он сбрехал даже, понимаешь? И всей тысячелетней практики пчеловодов. Она может жалить только свою матку, и в ней жало тогда не прикасается. Она жало яд выбрасывает. Вот она, видишь? Заглядывает в ячеечки, где бы сунуть яичко. Вот во все дырочки заглядывает. Отлично, муравей, муравьишка. Хлеб несет, мэр муравей.